иметь права там на что-либо, снять вар, например, да? Залил, снял, залил, снял. Все. Так и чё? Наступление. Первый этап уже в наступлении. А Вон насчет туда ядров, надо. мы первые сначала ядра будем кидать, потом вы, Лёх, мы. Я тебе скажу, когда. Так, ребят, у нас все с ядрами? Да, я взял. Да. Значит, будем идти по пати списку. Молдова у всех внизу, нет? Короче, по списку, смотрите по пати. Вот у меня идет первый Хидальга, Темный Ангел, Ева, Да ты Люцифер. говори просто, один А, человек. все, окей. Первый будет Витя давать. Сейчас пока не даем. Сначала та пати отстреляется. Бьем. Сначала та пати отобьется, потом мы. Рапсу тоже сигнализируйте. Ну, если готовы, то, наверное, давайте чуть-чуть тянуть. Давай. Без рук нормально там, Дим? Да, нормально. А я даже не знал, что ее так подняли. Она же раньше какая? Я же вам Все. говорила. То давайте попробуем на Фрею. ДПС идет. Ух ты, это что было? Да, лечи, лечи. Смотрите на то, что она бафает. Так, это первый этап, ага. Сейчас мобы, по-моему, был, да? Да, не так уже есть. Там все сделано. Ёпстудей. Ты как бы Точно. здоровый, Ля, видал? Подрос. Типидрос. Че он ко мне бежит? Убейте его. Я заигрываюсь, наверное. Я тоже думаю, нечего держать. У нас танк вылетел, сейчас это... Танк вылетел в той пачке. Мобов бейте, ребят. Сейчас у нас танк повылетел, он зайдет, соберет все в кучу.
Может, мелких побьете пока месяц? Мелких и бьем. Мелкие вроде как МП должны регенить. Кстати, у большого регена есть неплохой ХП. Он и был всегда с регеном большим. А, мелкие, по-моему, они заново бегают, да? Даже заново бегают. Они вон сверху рождаются. Лена, поднимешь, Вася? Угу. Они вон сверху бегут по лестнице вниз. А че это у нас Васек дохнет? Запомни, Лео. Ребят, так как нет танков, встаньте все, пожалуйста, у РБ, чтобы мобы прибежали к РБ и маги их масухами раскидывали. Все подходим к РБ. Есть рапс. Давай. Сейчас танчик у нас зайдет, попробует их всех собрать. Ну, к боссу. Дес. У Фрей, кстати, также поплотнее друг к другу. Стоим компактнее. Она что же, по-моему, понедельник всегда пятница откатывает, да? А раз вы подняли с нее шмот, значит 99 должен падать. И да. Раньше, по-моему, S80 падал, да? Угу, угу. Что упадет, но там 50% шанса жарелки. Это уже хорошо. Ну и их поскольку по 3 ляда продаю, да? Не скажу. Не посмотрел даже. Да, там, или полтора, они же их эти. Да, да, до двух, кажется. Все, танчик у нас зашел. Их ломают для кольцо начала лапать. Да, чтобы кристаллы эти, кольца, биржи, кольца делать. Тяжко, что-то он на нас идет. Не. Не били, потому что его... Одна пачка танка не было. Одна пачка била РБ. Я смотрел. Нормально он идет. Ага. Реген на букву К держится и все. Ни ЖК не падает. Ты растяни у себя ХП. Ты вот из этого целку не вовремя даешь в этом самом, в инстах. ХП растяни, чтобы было растянуто.
40 миллиардов, это сколько в Адене? В смысле 40 миллиардов в Адене? А? 40 миллиардов в рублях? А, в рублях? Ну, 1:3 примерно, 13 тысяч. 12-13 тысяч, да. Есть рапса? Есть раб вставать, нет? Витя? У меня нет зарядки. Вася, есть? Да, я. Давай. Лен, давай. Она жесткая такая-то. Она, по-моему, до пары всегда жесткая. До определенного, по-моему, пробития. Чуть-чуть сыпает тебе, кто снес. Не знаю. Какой домов тебе дал по башке? Сколько здесь времени дается? Час, я думаю, как обычно. Ну, раньше, да, давал сейчас на 80-х, внутри стадии. Если еще раз, наверное, дам брошку, смотрю, этот процесс долгий, блядь. Через 40 секунд зайдет. А больше минуты. Ждем тогда рапсу. До боя 2 минуты. Есть дева, если надо. Давай деву свою. Идет, потихоньку идет. Идет. Я что-то, блин, рассчитывал, что быстрее будет. Не юзал брошку. Можно было на первом этапе еще брошку въебать сразу. Раз ее так подняли, она на S80 жесткая была, то если ее подняли под сотых, конечно, на этот будет жестко. Это как еще френтезу не подняли, я не знаю. Да, я думаю, подняли и френтезу. И френтезу подняли. И Октавис, я думаю, подняли. А. Ну, с френтезы может про тоже просто дроп сыпется. Опа! По балансу. Что-то надо. Ядра, наверное, нет. Пока не надо нам ядра.
15 секунд, Айрапс. Ну, скажите. Она просто сливает до 1.1. Это ничего страшного. Это дебаф, наверное, какой-то. Она кидает. Ну, скорее всего, персональный. Айрапс в откате. Так, все готовы? Давай. Давай брошку. Упал. Встал. У меня лимиты есть. User push есть? Есть, сердечко могу дать. Давай сердечко. Я потом проблем. Даю сердечко. А, македонский РП дал. Мы забыли, у нас же два иса. Так он вообще вышел, вот здесь. Что перепутал, македонского вообще здесь нет. Он вышел сразу, он только на заходку. А, да? Мы просто в свите давали сердца. А, знаешь, что мне РП кританул, мне сейчас только сейчас спало. Угу. Мне ж больше надо. Я же ДПС. Тебе вообще, да. У меня часто РП вообще-то на хила критует. Я думаю, это как-то с духом связано. Мне даже целес бывает на меня частенько критует. Массовый, который. И на саде 3 раза критовал. После Фрея куда пойдете? На фракцию надо встать где-нибудь, чтобы вкануть минут на 20 хотя бы. Я не пойду с вами, пойду спать. Простите. Не прощу. Засыпаю. Да, у меня ребенок заболел, я почти всю ночь не спала. У нас тут, короче, в селе горе. Короче, жена приехала с роддома. Старым ребенком, а пацан 10 месяцев умер. Сгорел. Господи. Да. Думали, зубы режутся, температура. В больницу, короче, папа с бабушкой не ходили. Когда скорая приехала, все. Констатировали смерть. А в этот же день мама со вторым ребенком приехала. Думали, зубы режутся. Ну, лезут. Температура же, когда они лезут. Так надо сбивать, даже когда они лезут, какая разница. Ты не знаешь, что надо оставлять, блядь. С градусником надо спать, блядь. Да. У нас, когда малого температура была, я думал, я посидею. Ну, в принципе, я и так посидел. Согласна. Ну, было весело. С этими детьми это вообще какой-то кошмар. Столько нервов. Без них никак. А Калюк WhatsApp заходит, есть Рапса. Да? Но ничего не пишет при этом. Давай. Так, давай, да.
Так, Лёх, мы ядра все проюзали. Потом, теперь ваша очередь. Как она кастует, вот это вечный шторм, там три слова, что пусть у вас по очереди, там, давай команду, чтобы по очереди кастовали, давали ядра. Я первый дам. Ты меня понял? Какой она скилка? По очереди. А какой, замерзший шторм? Три слова будет. Да-да-да, первый даст Вася, а потом Витя. Хорошо. Давайте на 70% каста. Вроде бы как. Сколько я помню. А что, он пропадет, да, этот шар? Нет. Какой шар? Ну, это шар. Ну, вечно. Откат. Не, это откат долгий. Те, которые одноразовые, они пропадут, кажется, нет? У меня вечный. У меня постоянно тоже. Поднимаю. А, Костя вылетел. Ты что, Костя 103? А, тут я вижу. Все, короче. Пора спать тебе. Смотрю, сварок вышел. Оказывается, он вообще и в пати-то не был. Угу. Там обломали всю кухню. Я что-то, бля, тоже не это самое. Не думал, что, бля, так высоко-то подняли его, задрали. Поэтому, наверное, биржа такая дорогая, не каждый может ее зафармить, допустим. Да не. Ну что, ты думаешь, спрос. Солянкой зафармишь? Спрос. Солянка, как раньше, ты, наверное, сейчас не зафармишь. Ну, солянкой нет. Где ее этот... Три слова-то. Чуть я нету. Я тоже не видел. Замерзший шторм, замерзший шторм. Да она редко зовет. Леха, боя нету. Давайте я там. Двадцать секунд, Рапс. Сейчас именно будет призвать стихию какую-то. Есть Рапс. Давай. Вот. Юзай. Давай, юзай. Вася. Есть, нормально. Я следующий. Да-да, Витя. Солянкой так без мамбы хрен определи, кто за юзер. Да, фейл был бы однозначно.
Еще один этап должен быть, нет, или это все? Нет, это последний. Сервер переместил KKC07. А, Костян вылетел, значит, вообще. Не, как вылетел вообще? Я зашел. Не, ну мы думали, что вышел. А оказалось, что вылетел. Не, кританула. У второй стадии это моб ее этот, тот, который били. Все, я понял. Я 100 лет не был тут, блядь. Да я тоже. Когда это было, С80 шмот? Когда это ему и фармили? То есть на блеску нереально ходить, наверное. С кланом фридов надо ходить. Что, не прошли? Да, добиваем. Вот только сейчас. Так это простая, да? Простая, это да. Блеск. Не-не-не. А что, еще есть и блеск? Угу. Конечно. Да. Так, а сейчас 85-й выходит вообще фрея нет? Есть, есть. 85-я? Нет, вот оно апнутое. Угу. Да, есть 85. 0.22, жерель ангела упала. Если проста есть, то вы на блеске. И все? Так. Нет, там было дроп, так, значит... значит... Ух ты, куча камней. Пантеон 7. Неплохо нападало. Лионел 6. Так, ожерелка. Лех, давай в отдельную комнату с тобой спустимся. Так. Там 2. 6, 7. 3 са. Ни херово, нападало там, ребята. Костя, Лех, переместил вас. Да, сейчас. Слушай, что по дропу, давай я тебе все скину. Там ты уже, я как бы не умею делить, я не знаю. Цены вот это вот все. Ну давай, окей, хорошо. Почту мне высылай, я сейчас заснял оба состава, все. Тогда на минус с этим, с окном Македонш как делаем? Его не считаем или 50% на него? Не считаю его. Угу. Все, тогда окей, на 11, значит, правильно? Так, сейчас я... Да, на 11, сейчас я, подожди. Да, мне надо понять, кто что поднял у меня. Ну, вся патька, все у тебя. У тебя там получается три этих самых треса должно быть. 6, 7, 4 уровень. Ожерелка ангела и свиток модифицировать оружие. Это я не знаю, что это такое вообще. Это дешевый, да, программа, которая. Да, дешевый. Ага. И часть расчленителей Хелиоса какая-то. Если там кусок, то можешь его даже не присылать. Там у кого он есть, тому и оставь. То есть кусок. То, что ценное, короче, то высылай, чтобы голову не ломать. Угу. Ага, все. Хорошо. Спасибо большое. Да, давайте взаимно. Будем ходить сюда. А какой у него откат? Раз в три или что? Раз в неделю. А, потому что не, то есть не три раза в неделю, как было там до обновления. Нет. Нет. Окей, все, договорились. Я думаю, будет возможность. Хотя я не знаю. Я сейчас точно посмотрю, с какой у него отшу. Угу, все, давай. Договорились, давай. Нет.